Ну, потом подумал и понял, что не похуй. Не два похуй. Парашюта справа куда-то на кемпы, опять как в прошлый раз. Одни и те же люди постоянно падают на одно и то же место. Тебе сказали завтра 31, ты спрашиваешь сегодня какое число? Не, я просто не понял, как мне сказали завтра. То есть завтра это после того, как я проснусь. Ну, типа вот до того, как я лягу спать, для меня еще это сегодня. А когда я проснусь, будет уже завтра. То есть календарно сейчас уже 30 число. Но для меня 29. Понимаешь? То есть после того, как я проснусь, это будет 30 число. Вот, а мне говорят календарно, что сегодня уже типа 30, а завтра 31. Вот, когда мне сказали, что завтра 31, я такой, так, надо, блядь, сейчас посмотреть. Календарно сейчас 30 или 29 еще. Понимаешь разницу? То есть, если ты ложишься в 2 часа ночи, и перед сном ты что-то делал, и на следующее утро ты такой говоришь, я сегодня, перед тем, как лечь спать. Ты же говоришь, я вчера, перед тем, как лечь спать. Пятерочка на метке. Потому что для тебя вчера что? Было это прошлый день. Пятерочка. А прошлый день, пожалуйста. Он заканчивается тогда, когда ты ложишься спать. Ну, я постараюсь. Правильно? Я тебе что не дам. Нужна ДМРочка. В прошлом донатере обещал за топ-1 еще $20. Я мельком увидел, насколько я знаю, он сказал, что плюс 20-ха, если у меня будет первый результат в команде по киллам. А там Хьюстон на 2 килла больше набил, поэтому, чувак, там по-другому был. Скажите, если будет ДМР-ка на семерку. Как бы так. Димка, брат, понятно. Чего не спишь? Честно, я рад, что не спишь. Стрим посмотрю, откинусь на спинку кресла и покайфую. Спасибо тебе, дружище. Тебе спасибо, что зашел в гости, и спасибо за полтосик. Да, мы на самом деле последнюю катку сейчас добиваем и будем расходиться уже. Вот, поэтому последняя каточка. Все еще актуально. Крайняя на сегодня. Машина, календарь, режим и ты несовместимые вещи. Да, я думаю, многие люди, которые не привязаны к определенному времени, ну, типа того, что надо в 6 утра встать на работу и прочее, знаешь, когда ты... Можешь? Когда у тебя есть такое, знаешь, окно плюс-минус 3 часа, чтобы начать стрим. Я бы даже СКС бы взял. Вот. Ты сам что-то выбираешь, когда тебе лечь, когда встать. Нет. И, по сути, ну... Погоди, у тебя занятие такое, можно сказать, рутинное. Хотя, ну это у меня такое, потому что я играю в одну так, там игру, иногда в какие-то игры играю. И когда там я, ну типа, не привязан. Ну, то есть, я вообще не привязан к этим, к выходным. Мне, потому что нет такого понятия выходной. Ну, знаешь, как государственный выходной, суббота-воскресенье. Вот когда у людей вот такой вот госвыходной, суббота-воскресенье, тогда они, может быть, и привязаны к дням недели, а когда ты работаешь, ну, то есть ты себе можешь сделать выходной, ты работаешь по числам, то есть все, только числа имеют значение, день недели вообще не имеет значения. Крыша большая вот этой фирмы. Да. То есть втором, если в такое-то число что-то выходит, то вот там в такого-то числа ты как-то там вот подстраиваешься.
если у тебя там такого-то числа какое-то соревнование, или такого-то числа еще что-то, да, ты как бы это. А то, что там понедельник или воскресенье, тебе вообще до пизды. То есть, если ты вообще ночь не спал, то это значит, что будет то же число, что и вчера? Нет. Ты просто не спал, типа. Там машина есть? Да, блин. В чем ты это? БГГ. Ты же не управляешь временем. Число не меняется от того, ляжешь ты спать или нет. Акулы, которые рядом падали. Но если у тебя, но на самом деле частично ты прав, потому что относительно тебя, предположим, тебе закрыть часы, закрыть дату и, ну, и типа не давать тебе спать 48 часов. Вряд ли ты прям четко с первого раза, сезон потом под конец, ну, после того как ты пропустил сутки, на вторые сутки скажешь точно какое число. То есть для тебя будет примерно, ну, просто вот следующее число, где-то вот так плюс-минус. То есть ты вряд ли сориентируешься прям быстро. Ты, может быть, сориентируешься, если ты там за окном увидел, как именно световой день поменялся. Но если тебе чисто по времени надо будет ориентироваться, а ты, у тебя нет перед глазами никаких приборов. Ну да, для тебя, скорее всего, это будет предыдущий день. Женат? Нет. Так, а что мы делаем вообще? У нас есть какой-то план? Капкан. Мы едем. Бомбомет, не убейся, пожалуйста, об кого-нибудь. Далекие края. Я все, меня теперь не достать. Не убейся об кого-нибудь. Меня не достать. Тебя пули могут достать. Нет, меня не достать. Могут. Я лягу, сейчас буду лежать. Будем бурить небеса. Достанем тебя. Давай. Типнут толчки впереди. Типнут толчки впереди. Куда едешь? Дождь. Лучшее место для установки компьютерного стола. Когда впереди есть чел на толчке. Подружка-то есть? Блять, такое ощущение, будто, знаешь, бабуля какая-нибудь. Или тетя. Подружка-то у тебя хоть есть? Ой, зовут-то ее как хоть? Не. Ну, нормально. Это понятно. У меня по зонту посижу вместе с зоной и уеду. Дожду каких-то алкашей. Блин, что за звук? Почему я нихуя не слышу? Диспер сильно обидно будет, если я попрошу тебя кое-что сделать. Принеса скалы. Если кое-что сделать, мне очень обидно. Смотри, что. Можешь потусить в этом кемпе просто на инфу? Каком? Ну или отшугивать оттуда всех. Думаешь, там никого нет сейчас? Нет, сейчас там никого нет 100%. Так, чтобы там никого и не было, надо там кому-то... Надеюсь, что никого нет. Не боюсь, там нет никого. У меня тут вот эта тачка в open field без двух колес. Там сосиска. Два склада, просто за секунду. Лоб, дипс, там.
Ну он охуевший какой-то бессмертный. О, сука. Я не могу добить. А смотри, здесь и 10. Макет стал звук. Да, пуля летит. Нет, пока не было особо. А вот тут? Нет, здесь сейчас стоит, значит, надо. Ой, по мне прям, да. У меня по жизни запас пятерку надо достать. Обдали кипяточком. У тебя пятерки есть лишние? Не, у меня для себя по жизни запас не бесконечный. А, тогда в жопу иди. Грубо, но со смыслом. Со смыслом всегда грубо. Поэтому я еду вам помогать. А ты с пятерками едешь? А, для себя. Дай пятерки. Нет, пятерок. Дай пятерок. Дай, мы тут сражались, дай пятерок. Бомбыч, вся война вот здесь. Спасибо. За монты на тройке идет. Все, что я слышу. Тут народу полегло. Вау! Ну, надо спускаться к кому-то. Вот это зона. Зачем нам четвертый? Он просто берет и прибашит. Ну, хуй знает. Че такое? Это третья была? Ты нас не веришь? А там... Что? На будке. Дальше как по дороге катается. Все равно по городу. Равно монта. Три хита. Просто попорно. Как дела? Че, дела нормально. Нормально, нереально. Я все спизжу и уеду. Ты там хорош. Есть пятерки в кемпе у вас? Должны быть. Я не лутал особо. Макс, видишь, над... Под... Над... Да блин, тут куда ни глянь, тут везде видишь. Виспер. Ты бетонку напрягаешь? А мне... Угу. Мне бросать все тут или что? А нет, стой, или... закрывай, пауэргрид, смотри. Могу прибежать, посмотреть сам. Нет людей, никого ничего не делают. Весь север вообще фул никого. Либо они подградываются. Ощущение, что монты, короче, все 30 человек оставшиеся сидят. На двойке. У нас цветных есть. Фул склад. Ладно, короче, я поеду съезжу вниз. За петелками. Ой, бля! Я упал. Такое что? Жиза. А я что-то не смотрел тут под ноги и упал. Просто жизненно было. Такое бывает, когда не смотришь под ноги. Дроп Хьюстон можешь взять, он там где-то вот кемп, ближе к кемпа тебе падает. Может, как варик. Или бомба еще на мотике, может. Нет, если есть желающие, лутайте. Я поехал. Я не готов. Я, сам... я желаю получить Т3 и сам среагировать на людей. Я так и не нашел никого с пауэргрида. Фига, он в голову получает, потом в тело получает. И на севере ни одного движения.
Там на двойке теперь есть с той стороны где-то. А ебать дроп прикольно падает. А полутая. Ночь хуево падает. А полутая. В кемпе вроде не лутаю, не лутаю. А есть тип в кемпе. Там маука для меня падает. Там дроп так упал, что я сейчас дал голову типу. Смерть залутаю свою. Около дропа прям в кемпе тип сидит еще. И не может ни один. Писан метров 600 получил. У меня лежит хотел. Но я прям в него смоком попал. Я профессионал. Весь сервер по мне стреляет. Не, я, пожалуй, них не буду его брать, парни. Да, давай. Я того же мнения. Пока. Оно тебя сожрет. Я бросил дозором, ребят, еду. Я показал 3 смока и понял свои шансы его забрать. О, да, пятерки. Их нет. О, класс. Блин, класс, тут пятерки прям, чуваки валяются на земле. О. Да ёпта. Как я мог перевернуться здесь? Пятерки. Мужики, небо как-нибудь забрал меня, чтобы кто-нибудь. Комбич, можешь забрать меня? Не могу. А то мне ГГ будет. Ты смоков можешь? Мне будет ГГ сейчас. Отхожу. Сел. Блять. Где они? Это мы в смоках. А это кто, блять? А у вас еще другие типы. Хорош. Я понял. Поднять, у вас сольник какой-то. Блять, ну конечно. Мне все поебало, он стреляет. Там надо заходить, типа, мальчик, можешь помочь? Или ты все? А, ну, я последний. Окей, иду к вам. Окей. Вы все? Вы убили всех? Я троих ног, но это последний чел. Отличная работа. Я издалека кто-то хочет. Поехали. Суки. Валите. Я буду жить. Мощно стреляете, парни. У меня чел, Кота, уживи. Блин, нам не посмотреть на него. Все. Поехали. Да это отвали, чел. Ты же умер. Что это за пьянь вообще? Придурок. Они просто на метке сидят на двойке. Ты не умрешь? Не, я фулл сейф. Справа открыто вроде. Они вчетвером лежат на метке на моей. У нас все хорошо. А вот у бомбича так себе. Короче, у вас на двойке 3 типа лежит. Проверим. Уже бегут. 2 смотрят, 1 бежит. Под нас? Где бегут? Нет, они просто бегают на двойке туда-сюда. Вижу. Не знаю, хуйней занимаются. Они бегут в монты. Убегают влево в монты, да, все. У них там ЛГ. Зона ушла, надо прево проходить куда-то. Не, мы нормально. Все хорошо у нас. Мы пройдем первым. Блядь, пожалуйста, выйди. Макдаут, есть на чем уезжать или тебя забрать надо? Меня, походу, забирать надо. Еду. Да, мы next выходим. Да вот сюда сыграем. Чел тут есть, надо его поесть. Тачка едет на нас. Через нас, эти типы. Много тачек. Виспер. Иду. Они в яму заехали. Да. Вообще не видно ничего. У нас, блядь, на краю монт нет никого. Там стрелял чел старика на краю монта. Один. Аккуратно. Они просто яму флопнут под нас, двойку приехали.
У меня, кстати, позиции пока не позиции. Одно хп, один. С двумя тачками на метке. Один проверяю. Я пошел на ремонт. На ноге. У вас тачки нету, да? Маск мочит. Да, у Вискера нет тачки. Я по ней прохожу, я пошел убивать. Мне не нравится. Надо их тачку сломать. Вайп тут. Хорошо. Слева на метке, да, вас тулят. Ой, бля, ты что пугаешь? Погнал. Говорю, ты чё пугаешь? Я чуть в голову не попал. Ты меня испугал, и ещё чуть в голову мне не попал. Там закрывать надо дома на двойке, они сейчас побегут в следующую зону. Ну им 40 секунд. Мешают типы перед вами, которые... Перед нами в дома? Откуда-то с ангаров меня тулят. Пробую пробегать, я смотрю. И смотрю. Ангары, стена ангара. Забор перед ангаром, короче. Один в доме, в двушке. Слушайте. Двушки в голову, да. Вы можете сюда переехать, там никого нет, парни. Если есть машина, переезжайте туда. Двушки в голову, да. А, хотя вы хорошо стоите, ладно, сори. Блин, мне надо как-то к вам пройти, у меня всего два дыма. Сейчас, смотрите, я даю ближнее, дай себе ближнее, я тебе дальнее дал от тебя. Мне кто-то может помочь? Нет. Почему? Спасаем тиммейта и закрываем край. Ой. Правый подбегать. Хорошо. Там кафе с кем-то. Блять, это мой чел, сука! Я его так долго обрабатывал! Лучше. Вы слева закрыли, да? Слева только ног дали, я не знаю, где у него тиммейт. Вот, да, вот здесь тиммейты, они перелетели на единицу. Вот это он стрелял, клоун. Сейчас, смотри, где люди? Внутри монта? У меня сольник здесь под забором, на вышке. Его убили. Угу. Это был паштет. С горы его тебе убили, походу, да? Перед тобой. Да, сейчас меня. Макич лево нашел, да? Или кто не лево? Он добил. Лево. Я с тобой играю, бегу к тебе. Чел где-то прям перед тобой был. Рельефа. Ну, окно правое самое, двухэтажки. Макс. Макси. Добрый вечер. Удачной катки. Макс. Левое окно. Спасибо большое. Спасибо за $3. Добрый вечер. Доброе утро. Ну, у меня уже. Спасибо большое, спасибо за 3 баксика, спасибо за поддержку. Очень приятно. Спасибо. Там два молика. Не наступи. Он не вышел, упали. Им что? Походу. Один дом, один ангар и третий их из огня. Однушка, двушка и ангар. Однушка в ближней, да? Нокнул на единичке. На единичке? Ну да, на единичке. Метки нету.
Метки. Она свою метку поставилась. Перебегает. Левое окно. Как перебегал? Левому окну давал. Резать сел. Еще не сел. Ему больно, блоки там. Прошел. Он мне две в ебло дал. Ну это гений. Я фул хп его не запушил, когда мне попал. Он просто мне три в лицо попал. Он одно ходу. Я не могу прицелиться, и забор прям высотой с него. Ну ласт. Вышел, они поднялись. Нет, они не поднялись, это тот же самый чел. Да, ты рофлишь, в нем 4 сберила в грудь. Хилится он, стоит. Дальняя тебе комната. За дом. Ко мне пришел. Хорош. Слава богу, блядь. Какой же он пингованный, блядь, это просто жесть. Это бразильцы же. У меня пинг 2 миллиарда, я не знаю, я выхожу. Я выхожу в упор убивать, и он меня просто ложит, как будто я по нему вообще ничего не попал. Блин, мне интересно, сколько я дэмэджа нанес. Просто я вроде постоянно с этого назил с миника. Спасибо постоянно почему-то. Да, спасибо вам, да, был всем здоров. За игру. Да, было хорошо, хорошо было. Даже надежда на мастера в конце сезона появилась. Ха-ха-ха. Доброй ночи, или утро. Доброй ночи. 1500, да, 1500 дэмэджа набил. Типа я там чуваков вообще. Это все надоедало. Моя удача. Ютубу привет. Макси, да, это все твоя удача. Действительно так и есть, да. Привет Ютубу, да, на Ютуб пойдет как обязательно.